Всем привет, и это третья часть рубрики «Постройки за 10 минут», суть которой заключается в том, что один из нас выходит на сцену и строит постройку за 10 минут, после чего мы ее оцениваем. И как обычно, постройку будет выбирать колесо удачи. Я вижу, что у нас фотик вообще прям светится и хочет так на сцену строить что-то, так что давайте он пойдет первым. Фотик, давай, выходи. А что ты весь светишься такой? А что я лампочкой ловлю? Ему лампочка. Нормально. Фотик у нас та лампочкой. Ну, давайте садимся на стульчики, и сейчас я буду крутить колесо, которое определит тему твоей постройки. Готов, Фотик? 3, 2, 1, 0, все, я кручу. Сейчас посмотрим, что тебе выпадет. Это... О, тебе нужно построить пиццу. Наверное, вкусная должна получиться пицца. Ага. Ну ладно, я запускаю таймер, и твои 10 минут пошли. Готовьтесь оценивать, ведь у него остается последние 10 секунд на то, чтобы доделать свою пиццу. Ой, а что она такая маленькая? Издалека она казалась побольше. Нормальная. Нормальная? Что-то на пиццу так похоже, что я реально ее захотел покушать. Так мы ее сейчас и будем кушать вообще-то. Так, мы все садимся на свои стульчики, давай скорее. Как я дотянусь до стола? Ой, нормально, ты так за столом сидишь. О, сколько пиццы. Давай еще больше. О, каждому на тарелку по огромной пицце. Ей, дождь из пиццы. О, какая красивая, какая вкусная пицца. Давайте. Помогите. Если вы троите пиццу, она улетит. Вкусная пицца была. Исчезла, к сожалению. Она не исчезает, просто жрете слишком. Пицца. Слишком быстро. Вся пицца уже кончилась. Чего вы так быстро все съели? Ладно, пошлите на стульчики и будем оценивать эту пиццу. Она была очень красивая, но она была невкусная. Поэтому я поставлю красный. А ты офигел? Эта пицца была очень красивая, даже захотелось покушать, но она была летающая. Мне понравилась какая пицца. Но ее нельзя съесть, поэтому я и то ставлю. Твоя пицца была очень красивая, ее все оценили на 4 красных и 1 зеленый. Тебе почти все красные поставили. Ну что, Фотик, тебе понравились твои оценки? Да, очень прям. Кто хочет пиццу, ставим лайк. Так, ну а мы переходим к следующему раунду. Так, смотрите, сейчас у нас пойдет строить... Какие же у нас пойдет строить? Он слишком энергичный, прыгает туда-сюда, пусть идет строить теперь. Так, какие же, прямо сейчас я кручу колесо, чтобы узнать, что ты у нас будешь сегодня строить. Тебе почти завтрак попался, но ты будешь строить собаку. Еще чуть-чуть бы, и ты строил бы завтрак опять. Завтрак собаки. Собаку будешь строить, короче. Какие же, время пошло. Какие же твое время выходит? Через 3. Я блинчики ем. 2, 1, 0. И вот твоя злая собака, которую ты успел построить. Она медведь. Даже получилась злее, чем я вообще себе представлял. Медведь. Да. Чудяк. О, она умеет рот открывать, да? А еще умеет ехать. Есть ухов. Ой, что-то опасно, опасно. Вообще увидишь, сразу испугаешься, убежишь. Давайте оценивать. Как по мне, получилось очень страшно, поэтому я поставлю зеленую оценочку. Красную? Почему? Еще одна зеленая. Мне понравилось, потому что она похожа на скалу и на мишку Фреда. Тебя сейчас эта собака, кажется, сидит, съест. Вот он. Мне эта собака напомнила ностальгию, она очень быстрая и страшная, поэтому плюсик. У нас уже 3 зеленых очка. Фотик, ты что поставишь этой страшной собаке? Не, я такой себе. Красная? Все, Фотик, тебя теперь эта собака съест. Так, давайте тогда строить следующую постройку. А уж можно ставить свою собачку здесь. Кто у нас хочет пойти строить? Я. И ты у нас знаешь, что будешь сейчас строить? Сейчас я посмотрю. Кошку! О, да. Одному собаку, другому кошку. Ну что, можешь начинать тогда строить кошку? Так, все, у тебя кончается время, и давай начинать смотреть, что у тебя за код получился. Во.
какой красивый. У тебя остался пёс. Смотрите, как красиво выглядит эта кошка. Из реальной жизни, говорят. Давайте-ка я попробую им поуправлять. Ой, есть камера, он умеет ехать. Только сильно не газуйте. Я сильно уже газанул. Ну ничего, я смог обратно перевернуться. Котик, у меня есть китикет. Это супер кот, у которого не двигаются ноги. Кот против собаки. Раз, два, три, поехали. Ой, какой злой. Аж кот перевернулся. Мега побой. Страшно, страшно, все, я убегаю, убегаю. Отстань. Что за собака страшная, какие зубы. Все, я ухожу, пока, до свидания. Ну давайте тогда оценивать эту кошку, пока не съела эту огромную собаку. Я поставлю зеленое этому этой кошке, потому что красиво. А. Почему ты поставил зеленый? Потому что выглядит хорошо. Некрасиво. Фотик, а ты что поставишь? Красный, вот. Почему? Потому что он некрасивый. Все зеленые поставили. Ладно, давайте тогда сейчас будем строить следующую постройку. Да можно я? Ну давай тогда, монолит, строй постройку. Сейчас я посмотрю, на какую тему ты ее будешь строить. И колесо решает, что ты будешь строить корабль. Ты должен построить за 10 минут корабль, который будет уметь плавать. Только плавать. Если захочешь ездить. Сразу можно заметить, что это очень красивый и детализированный боевой корабль. Так, давайте посмотрим на функцию этого боевого корабля. У него крутится башня, и можно отбиваться от злых дворянов вот таких. И еще он умеет ехать вообще над воздухом. Давайте пойдемте оценивать этот корабль. Первый у нас оценку ставит Нубик. Что ты поставишь этому боевому, красивому, прекрасивому кораблику? Зеленый, да, потому что он реально очень красивый, да ведь? Все со мной согласны? Да. Фау-портал у нас ставит зеленый, красивый. Дальше у нас ставит оценку Какиш. Красный, почему? Ну, слишком мало за 10 минут, можно было бы построить больше. Я ставлю зеленый, потому что он красивый. Мне понравился сам Титаник, корабль боевой. Но за все это время можно было еще что-то добавить. Мне башня очень сильно понравилась. Лучше, чем на моем Делориане. Вот только Какиш красный поставил, вот злодей. Я не буду. Не зря я как. Это были все постройки на сегодня в третьем выпуске построек за 10 минут. И на этом это видео будет заканчиваться. Ставим лайкосики и подписываемся на канал. А вот два предыдущих выпуска про стройки за 10 минут. А с вами был Геймс. Всем пока. Всем пока. Пока.